Улица Грозненская в Сунже одна из самых загруженных. Здесь располагается рынок, торговые центры и павильоны, которые соседствуют с частными домами. В 2022 году эту территорию жители выбрали для благоустройства онлайн-голосованием в рамках проекта «Комфортная городская среда». И сейчас здесь начаты работы. В рамках благоустройства этой территории планируется создать парковочную зону и пешеходную зону, разделить на два этапа. Общая протяженность данной общественной территории составляет 240 метров. Дополнительно к парковочной зоне и зоне пешеходной территории здесь будет создано освещение, то есть металлические полностью будут заменены железобетонные на металлические столбы с двойными кобрами освещения. Плюс будет создана ливневка для стока воды как с пешеходной парковочной зоны, так и с автомобильной территории, с дороги. Но прежде чем приступить к основным работам, муниципалитет на внебюджетные средства проведет работы по замене ветхих коммуникаций. Две линии наземного газопровода с ответвлениями в каждый дом почти пересекаются с электрическими. Это своеобразная паутина, конечно, угрожает жизни и здоровью окружающих. В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» газопровод уберут под землю, снесут эти опоры линий электропередачи. Прокладка газопровода под землю и демонтаж старых наземных даст больше пространства и для благоустройства прилегающей к дороге территории. Парковочная – это будет асфальтированная территория, далее будут столбики ограничения, а пешеходная территория будет благоустроена брусчаткой. Местные жители, которые устали от аварий на водопроводе и постоянных порывов, конечно, рады предстоящим изменениям. В администрации рассказали и о других участках города, которые будут благоустраивать в следующем году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Это у нас улица Роза Люксембург, две территории по обе стороны от улицы Висаитова. И улица Богатырева, это территория, прилегающая к парку семейного отдыха и к пруду. Планируется также благоустроить сквер на этой территории. Работы по благоустройству улицы Грозненская стартовали в начале мая. Завершить планируют к середине июля. Адам Ирешков, Джамалей Султыгов, Новости 24.